Приветствую всех зрителей и подписчиков канала, а также гостей, пришедших для просмотра данного ролика. Кебаб Чифс на канале. Продолжаем играть. Так, ну блин. Нам надо развиваться, короче. Нам нужно новое помещение. Это я тебе 100% говорю. Так. Значит, у нас появилась микроволновка. Что дает нам возможность приготовить блюда заранее и потом их просто разогревать. Но я не знаю, как ты считаешь, но это же будет нифига не по-ресторанному, блин. Так, погоди. Яйца. Где тут мой инвентарь? У меня тут должна была корзина появиться. Вот она. Почему их две? Короче, надо, говорят, собирать вот эти яйца в корзинку, короче. А потом за эти яйца можно будет купить какие-то вещи, которые нельзя купить за бабки. Но там яиц что-то много надо. Нам ее поставить. Давай мы ее сюда вот прям поставим. Не, блин, здесь нифига не получится ее хранить. Блин, мне даже корзинку поставить некуда. О, вот здесь все, пускай там стоит. Так, идем, естественно, сразу же в меню. Смотрим рецепты, которые у нас тут новые появились. Но жареная... А, блин, я думал, жареная говядина. Куриные крылышки. Мы же вроде их уже готовили, да? Нам вот этот нужно будет, малиновый. Пирожочек. Хиде всякие. Хиде мы не будем делать, там что-то сложно делается. Плюс, вроде бы, и по ценнику-то нам это не особо нужно. Так, смотрим. Да, я так думаю, что он будет у нас как холодное блюдо. Раз. Блин, гамбургер стоит. Косарь 126. Мы его тоже возьмем в меню. Его мы будем, наверное, делать сразу и потом просто разогревать. Он делается очень долго. Блин, следить надо за двумя компонентами, да, за котлетой, за картошкой. То есть, ну, хотя это не так сложно на самом деле. Ладно. Что у нас еще будет сегодня? Так, да. Естественно, жареное куриное крыло. Пепперони гриль, печенье, это уже сколько, раз, два, три, четыре, пять, а у нас 6, да, кубочек. Так, печенье. А тут просто жареная куриная крылышка, а тут куриные крылышки. Ну, блин, нет. Ну а что, и суп, да? Суп мы делаем, да, с супом нам тоже попроще. Хотя, блин, по ценнику. Блин. Смотри, это максимальная его цена. Десерта у нас, к сожалению, только два.
Знаешь, что я бы еще хотел посмотреть? Что нам нужно для того, чтобы следующего гурмана? Так, нам пироги. А, и вот эти две штуки мы еще пока что не открываем, не умеем. Я понял. То нам еще два показывают. Где-то мы что-то не открыли. Да нет, вроде бы. Эта штука горячей подается. Блин, хрен его знает. Может, ее попробовать? Подать, но тут не написано, что горячим подавать. Ну стопудово, блин. Мука, дрожжи, яйцо, соль. А с, по-моему, такого даже в замесе нету. Ладно. Мы крендель можем, кстати, делать. Да. Ну и начинаем с первого. Так, у нас печенье, в принципе, готово. Что у нас? Опа, смотри, у нас еще вот здесь печенюшка. Так, ну а давай печенье сразу подадим тогда. Так, с печеньем, значит, все ок. С гамбургером совсем не ок. А что там у нас идет? Мука, дрожжи, яйцо, масло. Где-то я там масло не добавил. Так, это я не то смотрю. А, у нас даже нету такого. А, это для булок, да? У нас где-то булки были или уже все? Так, 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 смотрим свои запасики. Вот у нас две булки есть. Они, суки, без масла, да? Нет, эти с маслом, кстати, уже. Ну и все тогда, вот эти мы делаем. Сейчас две порции, быстренько, бам. Картошка нам сюда будет нужна, да? Так, мясо с луком нам нужно. Лук. Это не то. Это тоже не то. Что, у нас с луком нету? Ну, блин, окей, тогда придется делать. Опром. Так, рибай берем.
лучок. Соль, черный перец. И достаем отсюда котлету для гамбургера. Я говорил, что надо уже по три, наверное, делать, но, блин, по три это прям... Так, картофель фри нам нужен будет. Ну, по три... Я тоже, я запарюсь, честно тебе говорю. Мы будем делать по два, будет заканчиваться. Извините, в ресторане такое тоже возможно, что какого-то блюда нет. Тем более те, кто приходит уже, хрен его знает во сколько. Так, подавать в картошке картофель фри, кетчуп, майонез. Холодильник для заготовок. Супом, по-моему, мы тоже кобой. Сейчас не вывезем, у нас его не хватит на две порции. Да, вообще не хватит. Так, суп будем готовить, значит. Собака вот эти тарелки не берет. Так, суп будем готовить. Это жарим. Поехали, рецепт супа нам нужен. Подожди, я что, суп в... У меня на сегодня нету супа в меню. Блин, значит мы сегодня без супа. Окей. Тогда крылышки буду готовить. Тогда убираем эту кастрюлю. Как мы сегодня без супа? Так, вот это же у нас для крылышек, насколько я помню. Крылья нам нужны. Ну, нам тоже сюда еще и картофель фри, блин. Так, ну, короче, панировку мы сделали. Два куриных крыла нам надо. Так, два куриных крыла. Картофель фри, да? А, кстати, что-то с крыльями было. Они, по-моему, во фритюре у нас не жарятся. Сейчас попробуем.
У тебя написано жарки на во фритюре. Так, картофель фри. А, нет, эти жарились у нас. Лук, короче, не жарился. Ну, все правильно, лук там и не будет жариться так. Лук и картошка. Правильно же, да? Ну да. Давай тогда мы жарим сразу его. Следим, 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 следим. Тут надо будет сейчас переворачивать. Еще здесь картошечку надо пожарить. Глянь, я лук не туда засунул. Лук сюда идет. Так, я надеюсь, все правильно. Нападал. Нагрет, блин, ну почему нагретость-то такая маленькая, алё. У нас уже, смотри, видишь, вот здесь тоже нагретость маленькая будет. Сейчас засунем в микроволновку. А ну-ка, отлично. Так, что у нас еще дальше идет? Смотрим меню. Гамбургер подали, жареное крыло подали, пепперони гриль сейчас будем делать. Блин, пепперони там тоже что-то. Пепперонку берем. Я помню, что на тарелке по две штучки идет. Уже вроде бы надо обжаривать будет. Добавить соль, спец, это соль, черный перец. Так, солька есть. Черный перец
Есть. Картошка, лук. Пожарить картошку, лук. Тут зашибись, тут, по-моему, все жар... Ой, все жарится в этом. На гриль, короче. Так, картошка, лучок. Где у нас лучок? Так, давай смотреть. Жарим картошку, лук, ломтик картошки, ломтик лука, ломтик картофеля, бла-бла-бла. Да, это все жарится у нас, получается, вот здесь. Поэтому жарим, пока у нас тут плита наша, блин, не погасла. Блин, я хотел еще одного работника в зал нанять. Наверное, мы это так и сделаем. Так, подаем. Давай, пока не забыл. Блин, а там они косарь просят, сотрудники-то эти. Ну, а, блин... Я, видишь, я не успеваю. Так, нанимаем мы его. Это у нас посуду моет. Да, эти два носят. Пока так. Еще смотри, строительный магазин. Нам сказала девчонка, что у меня там добавились автоматы, короче. Вот я просто сейчас не помню, где их искать, естественно. Видишь, какие появились для раздачи штуки. Прикольные. Так, так, так. И вообще нам нужен еще вот этот вот гриль. Новый, он без розжига, я так понимаю. Да, требуется электричество. Включил, пожарил, выключил. Очень удобно, я думаю, будет. Так, а вот то, что за яйца можно покупать, видишь? Ну, не так много, да. Вот. Почему это у нас в грилях находится? Я, блин, понятия не имею. Так, что нам надо? Нам нужно. 10 штук он стоит, но я думаю, мы его быстренько отобьем. Это у нас шкаф с напитками. У нас есть маленький шкаф, я маленький не хочу. Вот, и мы его должны куда-то поставить. Но поставим мы его вместо тумб. Только куда? Я думаю, вот здесь поставим. Сейчас две тумбочки уберем. Он же как раз, да, войдет. Да, 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 да. Мало места, мало места. Но ничто, ничего не поделаешь. Блин, а места очень мало.
Я здесь не пройду. Так, ну все, здесь-то у меня кухня, но, блин. Ну а как, это моя рабочая место. По-другому тут его некуда воткнуть просто. Здесь его где-нибудь поставишь, они не будут к нему подходить. Ладно, оно будет здесь. То есть они тут отоварились, тут бутылку себе купили. Блин, нужен новый ресторан. Окей, идем дальше. Пепперони мы подали. Так, крендель мы сейчас будем запекать, но мы еще сделаем кренделей. Так, 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 так. Мука, дрожжи, соль, масло. Есть у нас такое? У нас, видимо, такого нету. У нас такого нету, и у нас еще чаши для смешивания, что ли, нету. Ну да. Ну ладно, придется еще одну чашку купить. Ждем, ждем, дамы и господа, ресторан скоро откроется, не переживайте. Так, мука. Дрожжи, да? Так, дрожжи есть. Мука где-то у меня здесь должна быть. Мука, дрожжи, соль, масло. Соль, масло. Смешиваем. Блин, мы без супа. А сколько блюд? 6 или 5? Раз, два, три. А, 6. Так, изменить продукт. Вот они у нас, кренделя. Это заготовки, это мы будем жарить. Мы же можем прям тарелки его сделать. Насколько я помню. Так, и что там у нас по меню еще идет дальше после кренделя? О, и малиновый пирог. Я не думаю, что он подается горячий, блин. Так, погнали делать малиновый пирог. Делаем его первый раз. Мука, дрожжи, яйцо, блин. Так, мука. Надо будет потом перетащить. Дрожжи. А мы здесь же можем... О, слушай, мы можем эту коробку сюда, в принципе, поставить. Мука, дрожжи. Я не хотел, чтобы у меня коробки в зале стояли. Ладно, не будем. Все-таки будем делать красиво.
Так. Мука, дрожжи, яйцо. Одно есть. Два. Три. Так, смешиваем. Фонд пирога, ну да. Их будет 8. Так, разноса больше нету, да? Тоже все занято. Да, вот так. Так, 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 так. Теперь запечь в духовке. Подожди, это не то. Нам же смесь еще нужна. Так, смесь. Малина, сахар, масло. А малина 200... А я откуда знаю, что это малина 200 грамм, алло? Я, подожди, кажется, понял. Тут еще другая малина есть. А, где-то я ее видел. Вот малина, да? Да, банка малинового варенья. 5 возьму. Потому что мы малину готовить 100% эту будем. Будем ее готовить пока что всегда. Это очень удобно, она подается холодной, как я уже говорил. Так, куда у нас идут заготовочки? Сколько он сказал? Малина 200 грамм. Видимо, да, банка уходит. Так, сахар и масло. Сахар у нас где-то был здесь. Вот он у нас. Блин, у нас и сахара мало. Слушай, надо закупаться. Блин. Добавить. И запекать в духовке. У нас еще осталось даже. Да, мой поднос со всем этим делом делся. Вот это бесит. Вот он упал куда-то, блядь. Теперь попробую его найти. Вот он. Товарищи разработчики, вам с этим нужно что-то делать. Так, а в тарелке сколько подается? Один? Ох ты, нифига мы за раз сейчас сколько порций сделаем.
Но это очень круто. Десерты это круто. С ними париться не надо. Закончились. Взял, подал. Чё так долго? Так, сразу ставим заготовки прям вот эти. Так, а эти четыре. Эти четыре бы вот сюда как-нибудь бы поставить. Куда мы их воткнем? А вон можно рядом с печеньем. Остываем. Так, сейчас остынет и будем открываться. Но у нас все, блин, у нас так-то в принципе все по одному еще есть. Ну, как я и сказал, блин, по два, ну по два будет мало. Ладно, сколько вывезем, столько вывезем. Клиентов, ну в принципе, ну нет, это много для меня, для одного. Блин, что ж так долго остываешь-то, а? Ну все на круглых тарелках, вот в меню, в рецептах все на круглых. Блин, надо уже как-то это. Пусть остывает до конца. И мы это блюдо подаем первый раз, и клиенту должно понравиться. Блин. Должно быть, по-моему, с таким синеньким стать. Оно не остывает. Ну, ладно. Тесто? Что тесто? А, горячий. Ну, да. Ладно. Открываемся. Так, вы давайте работайте. Ты вообще должна на посудомойке стоять. Что ты тут стоишь, на меня смотришь? Опан. Поехали. Видишь, хочется, блин, и новое помещение, блин, взять. И нужен электрогриль. Мне вот этот вот гриль, честно, меня заколебал. Его не хватает надолго. А мы следим за блюдами нашими. Mm.
Дядя, ты обслуживай давай, ты что-то медленно работаете у меня. Так, этот один. Все, гамбургер пошли готовить. Интересно, блин, 90 мы сможем сделать или вряд ли? Да, наверное, вряд ли, да, 1080 сделаем. Остальное все есть. Так, крендель закончится и пепперони. Жарим. Что-то закончилось. Пепперони. А лук точно отсюда? У нас есть крендель один на тарелке? Нету. Юкарный бабай, у нас тут все подожрали. Короче, блин, даем. Пепперони подаем. Нам нужна еще тарелка. Надо подать этот. Так, а вот сейчас он будет нормально холодный. Так, 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 бежим. Отлично, и нету кренделя, да? Крендель кто-нибудь тут хочет, нет? Пока, видимо, не хочет. О, блин, дамочка за кренделем пришла. Хорошо, сейчас будут. Блин, 90 бы догнать, было бы нормально. Так, у нас печенюшки заканчиваются. И пепперони. Ну, пепперони у нас больше нету, к сожалению, дамы и господа. Поэтому... Поэтому извините. Так, что закончилось? А что здесь было? Жареные крылья, да? А есть смысл их подавать? Наверное, есть все-таки. Если успею.
Крылья есть! А чего тогда нету? Вы что, вы серьезно? А чего нету-то? Крендель есть. А, блядь, чего нету? Гамбургеров нету. Ну, гамбургеры, блин. Гамбургеров у нас заготовки, да, нету, да, нету, все. Да. Они за гамбургерами, тебе прикинь. Что, в холодильник ставим, блин, это уже готовое. Печеньки закончились. Кто-нибудь печенье хочет? Я понял, сейчас будет тебе печенька. Блин, печенье стоит нормально. Так, с пепперони можете не подходить. Нету, закончилось, ребята. Да, дядька, закончилось пепперонька, блин, извини. А что здесь? Блин, подчистую выбрали. Причем, смотри, заметь, да, в холодильнике становится пусто. А вот эти вот жареные куриные крылья никто не жрет. Просто 7000. Да, один остался недоволен. У нас закончился день, дядя. Дверь даже за собой не закрыл. Так, смотрим, чистенько, чистенько, чистенько. Кстати, не так уж и насорили-то сильно. 97 штук. Ну, сейчас заплатим... Блин, за электричество, блин, и за работу. И здрасте, приехали. Так, а где моя коробочка? Она же у меня там просто стоит. Точно. Смотри, блин, куриные, жареные эти крылья сраные вообще не стали есть. Причем одни я еще даже пожарил. Их одну порцию всего взяли. Ладно, я понял. Вот кренделечки нормально пошли. Даже взять не могу, что-то тарелки. Thank you.
Я надеюсь, они оттуда их сами будут доставать. Так. А там еще плита вовсю, да? А, нет. Горит. Я думал, горит. Нет. Так, ну а что? Давай мы сразу гриль, наверное, поменяем. Не будем, да, скупиться. Лучше еще один денечек мы здесь проведем, скажем так. И потом переедем, но уже переедем совсем таким хорошим, совсем хорошим оборудованием. Так, 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 так. Давай мы тогда вот этот гриль уберем. А что мы его продать, может его? Вряд ли нам, по-моему, понадобится второй, да? Продаем. Печи, печи. Нам нужен гриль. Тут у нас нифига не гриль. Вот это, конечно, здесь. Ну ладно, сейчас мы найдем. Это электрический гриль. Вот он. Блин, 20 штук. 20 штук. Стоит. Он электричество, конечно, будет хавать. Но ничего страшного. Зато подошел, включил, и все, и нет проблемы, не надо нам больше вот этого вот. Несем на склад. Сразу порядок наводим. Эх, ну осталось 78. Я знаю, что думаю. Я думаю, что нам нужно переезжать. Прям очень-очень. Хотя мы можем немножко подкопить, скажем так. У нас будет какой-нибудь десертный день завтра. Давай мы так и сделаем. У нас два десерта есть. У нас вот эти крылья никто не берет. Мы их поставим на завтра. Пойдем поспим. Так, открылось что-нибудь? Нифига, да? Ну и ладно. Короче, сейчас мы быстренько просто делаем меню такое простенькое. Даже взять не могу оттуда тарелку. Так, меню. Раз десерт. Где там у нас еще десертик был? Два десерт и крылья, и все. Больше нифига у нас сегодня не будет. Так, крылья греем. Надеюсь, нагреется. Так, по десертам что у нас? Нам надо три печенюшки. Вот, в такой тарелочке даже, понял? Так, 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 подаем.
Подаем. Отлично, блин, нам даже жарить не надо. Так, берем еще тарелку. Подаем. А что у нас с крыльями? У нас еще порция есть. У нас еще порция нет. Крыльев нету, да? Ну и ладно, ну и все тогда. Нету и погнали. Крылья, дамы и господа, не дам. Так что сегодня у нас десертный день. Поэтому мы берем чай, мы берем напитки, берем жевательную резинку, соки. Понял, десерт закончился. Берем. Берем. И подаем. Хоть кто-то пришел за этой курицей. Прикинь, одна порция курицы, и блин, она стоит. Вон еще жвачечку взяли, видишь, какие молодцы. Пойдем, пойдем за десертом, дядька. Ну ладно, бери курицу. Так, печенье у нас еще есть. Забираем малиновый пирог. Так, еще дяденька за печенюшкой. Хорошо. Ну, будешь мыть. Так, зачем он там идет? За курицей. Все, курица закончилась. А, печенье есть? Печенье есть. А у нас тут все по одному осталось. Окей. Так, закончились печенья, да? Ну, посмотрим, если кто-нибудь еще за печеньями придет, то... то мы дадим, да. Как бы с печенюшками у нас вообще, по-моему, проблем нету. У нас и с десертами нету проблем. Слушай, ну смотри, я вообще не парюсь, да, по сути. И чисто на одном десерте я выезжаю. Жвачечку, правильно. Не, братан. С курицей ты зря сюда пришел. Я же говорю, десертный день. Ну, курица была, да, но уже все. Она закончилась, и ее не будет. Ты тоже за курицей? Ну, извини. Ммм.
Парни, нету курицы сегодня, идите домой. Так, она что забрала? Так, дядька, зачем? Тоже за курицей, ну-ну. А чё вы вчера так за ней не шли? Вчера ее было много. Так, тетенька хочет пирожок с малиной. Прям с пола, пожалуйста, мэм. Так, там вон еще одна за пирогом пришла. Отлично, отлично. Еще один, бля. Что вы в десятый день за курицей идете? Ну, он, видимо, последний. Нет, еще дядька идет. Надеюсь, ты не за курицей. Дурачки. Забирай. Молодец. Вот, нормально. Видите, мужик пришел. Забрал десерт в десертный день. А вы че, блин? Жвачку бери и иди. Фига, все подчистую. Еще бы печенье кто-нибудь забрал бы. Все, день у нас сегодняшний подошел к концу. Блин, смотри, на десертах неплохо заработали. Так, ну у нас одно осталось. Да слушай, ну это прям нормально. Так, смотрим, проверяем. Чисто, чисто, чисто. Я думаю, все, мы можем закрываться. Слушай, ну нам надо, да. А что там нужно по этим, по гурманам, по нашим? 40 малиновых пирогов. Да, это без проблем. Вот это у нас закрыто. Да, 1500 мы за работу, 750, я так понимаю, мы за электричество платим, да, и у нас уже нет 100 тысяч. Ну и как бы ладно. Ну да, это тебе не тридцаточка, блин. Ну и ладно. Ладно, я думаю, на этом мы закончим. Наш десертный день сегодня подошел к концу.
продолжим уже в следующий раз. Но я думаю, будем покупать уже ресторанчик. Еще пару званых ужинов и все. И у нас будет новый ресторан. А на этом это все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.